Всем привет, меня зовут Саша, и это Counter-Strike Source. Ну что, друзья, сегодня я вам хотел показать, как установить модики на эту замечательную игру. Как вы можете увидеть у меня на фамасе, вот такой замечательный скинец. Он, так думаю, дорогой. Но плюс еще есть и перчатки. Но когда мы, ну, переключаемся, вот такая фигня. Перчатки исчезают. Раз так. Ну, сегодня я вам расскажу, где и как можно установить модики на Counter-Strike Source. Погнали! Итак, друзья, переходим на этот сайт. Ссылка будет в описании. Итак, что мы с вами делаем? Выбираем скинец, который нам нужен. Так, ну что ж, сейчас выберем. А я, например, захотел себе какой-нибудь ножик. Да, ножик хочу. Хочу ножик. Например, хочу я себе ножик. Так. А где у нас тут ножики? Нет. Ножиков нету. Ну ладно, тогда давайте так. А мы с вами на пистолеты, на сделаем на пистолет. Мой любимый. Вот на такой пистолет. Дигл. Ну что ж, возьмем какой-нибудь пистолетик Дигл. И, например, вот этот. Да? Грандиент. Отличный скинец, как мы можем увидеть. У меня на него ничего нету. Так, давайте-ка. Для начала скачаем. Так. Это нажимаю вот сюда. Пропустить и скачать файл. Сгенерировать ссылку. Генерируется у нас с вами ссылочка. На данный момент ссылка для скачивания и скачать. Все у нас скачается архив, который будет наш мод. Открываем архив, видим две папки. Ну это у нас для двух версий. Я не знаю, какая у меня, если честно, ребят. Я не знаю, так что... Блин. Итак, для того, чтобы нам это... Сначала нам надо выйти из игры. Так. Ну, для начала теперь заходим в настройки. Ну, если у вас стимовское управление, посмотреть локальные файлы. Если у вас стимовская версия, тогда только так. Я вот недавно только начал ее играть. Вот даже, ну так, как начал, недавно. Даже не успел ничего сделать. Ну вот, заходим вот сюда. Нажимаем папочку Крик. Извиняюсь, на мой английский. Мне с ним все плохо. Потом кастом. И все. И все. И вот сюда мы с вами будем все наши файлы устанавливать. Так, сначала сделаем, ну, вот так и так, и вот эти все папки мы переносим сюда. Все закрываем. Вот Deagle Face for CS Source. Отлично. И теперь запускаем игру. Так, отлично, игра запустилась. Ну, создаем сервак, чтобы все было нормально без игр. И, например, за террористов. Okay, let's go. И
смотрим, что у меня пистолет. Вот мы бьем, и вот он мой пистолетик. И даже я сейчас кину, есть перчатки, даже не даже очень хорошо. Так, а у меня есть скин на калашник. Опа. Опа. А тут обычно. Снимется только без перчатки. Вот так я вам показал, как можно устанавливать модики на Counter-Strike Source. Кому интересно было, ставьте лайки, подписывайтесь и до скорых встреч. Всем удачи, всем пока.